жалуются на то, что плохо живут, что очень много проблем. Но ведь мы сами себе создаем проблемы. Создаем их из-за слабохарактерности, слабости, страха, нерешительности. Все эти черты характера появляются после того, как ты однажды сдался, опустил руки и перестал бороться. Но есть люди, которые не сдаются. Если у них что-то не вышло, они не опускают руки перед проблемами, а решают их. Не перестают бороться за себя и за свое место в жизни. Чтобы стать таким человеком, нужно много работать, развиваться, не стоять на месте, иметь цель и делать все, чтобы достичь ее. Неважно, как больно ты упал. Ты должен встать и идти дальше. Идти дальше, чтобы подняться на новый уровень.